Посмотрим, что такое чудо. Тертуллиан, богослов II века, говорил, что верую, ибо абсурд. Но абсурдно мы не переводим почему-то, а дословно это не слыхано. Верю, ибо не слыхано. Греки называют чудо миракулом. А пополис – власть. То есть это удивляюсь виду. По сути дела, не видно. Не видно. Как всегда, Пушкин везде прав. Не видно, не слышно. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем. И только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди.
Не гони.